Сейчас погонит, лишь бы не на меня. Надо хоть за лодку стать, хотя она будет буфером. На секунду медведя задержит, я успею хотя бы хоть веер зажечь. Медведь, он гораздо сильнее нас. И, в общем-то, древний человек, когда у него не было оружия, вот входил в лес, где обитает медведь, с особым чувством. Он все время был готов к поединку, все время был готов к опасности. И вообще, и сейчас вот лес, где нет крупных зверей, нет крупных хищников, скажем, это не лес, а кубометры древесины на корню. И, конечно, медведь, как сказал один из писателей, медведь – это темная душа леса. И вот здесь, конечно, этих душ бродит очень много. Ни в одном заповеднике мира не охраняется такая же многочисленная популяция медведей, как здесь, на юге Камчатки, Южно-Камчатском природном заказнике. Но чтобы вот вообще выжить в этом медвежьем царстве, когда ты в день встречаешь несколько десятков, а порой более сотни медведей, надо постоянно сканировать окрестности, постоянно вертеть головой. Если ты этого не будешь делать, то рано или поздно медведь... Ну, у меня в жизни так не раз бывало, что медведь сзади подходил и нюхал меня. Поэтому постоянно приходится смотреть... Опа! Смотреть. Вот медведь в 10 метрах за мной, вот за этими деревьями. Сейчас он, видимо, решит подойти ко мне, потому что я сижу на медвежьей тропе. Это небольшой медведь, видимо, я его не сильно опасаюсь. Скорее всего, он уступит нам дорогу. Миша, привет. Вот Миша очень с правильным поведением. Он не стал обострять ситуацию, а он просто, видимо, нас обойдет. Ну вот, Миша, привет, Миша, привет. Ну, это вот небольшой, 4-летний, видимо, медведь, такая, видно, головастая самка. Мишенька, Мишутка. Но, тем не менее, любой зверь потенциально опасен. Как говорится, самый слабый медведь, он вооружен гораздо лучше самого сильного человека. И поэтому, когда медведь рядом, приходится быть наготове и держать, вот, например, такую штуку, вот фальшфейер. Мишенька. Мишута. Миша. 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 Миша, молодец. Хороший Миша, хороший. И нам тоже надо учиться мирному существованию с медведями. Поэтому самый надежный способ – это ходить в медвежьих местах группой от 3 человек и больше. В общем-то, вот когда мы снимаем фильм, обычно группа – это все-таки 2-3 человека, что сильно повышает нашу безопасность во время работы вот над таким медвежьим фильмом, во время киносъемки медведей, во время фотосъемки медведей. Вот, но опять же говорю, что самое главное – вести себя адекватно, чтобы не доводить ситуацию до того, чтобы возникнул конфликт. Есть общепринятые правила мировые. Это минимальная безопасная дистанция. Ну, вот у американцев 80 ярдов. Минимальная безопасная дистанция. Ну, когда много с медведями общаешься, они все разные, они вроде кажутся одинаковыми, они все разные, много поведения отличается, там, внешне отличается, когда вот наблюдаешь там, за какой-то группой, через некоторое время всех начинаешь различать. Вообще,
появляется в последнее время, меня это очень беспокоит, но это эйфория. Ах, мишки, мимишки, не мимишки, медведь — это машина для убийства. Это куча мяса, грубо говоря, которую нужно непрерывно кормить. Вот эту тушу там 200, 300, 400 килограмм, может быть, даже и больше бывает, которая должна непрерывно есть. И она ест все, абсолютно все. Курицкан, да, это уникальнейшая популяция в мире. Ну, естественно, нужно быть осторожнее. Я когда вижу эти съемки с метра, это преступление. Там, когда там говорят, что вот единственное место в мире, где можно снимать медведя. Там. Я слышу разговоры, что медведи мирные. Это неправда, он не мирный. Он просто до поры до времени, ему проще ловить рыбу, поскольку она под ногами, чем бегать за человеком. Это зверь, который может моментально менять свое поведение. То есть вот он сейчас вот такой тихий, мирный загорает, а там через долю секунды там, он может моментально преодолевать какие-то достаточно большие расстояния, просто моментально. Ну, я даже думаю, что, ну, по крайней мере, сталкивался, что там наличие ружья — это не факт, гарантирующий 100%. А потом оружие тоже вещь такая. Я наблюдал, видел, когда два взрослых человека на охоте. Один просто бросил ружье, хотя охотился перед этим, а второй, там, перезаряжая карабин, непонятно зачем, выщелкнул все патроны из карабина. То есть, вот, а когда, ну, вот это эйфорическое состояние, там, 2-3 раза увидел медведя, там, все, он уже мирный. Это преступление вообще. Сижу сейчас в клетке, рядом будет медведица. Вот она хорошо, ну не хорошо видно, но в траве. Кушает травку и поглядывает на меня, на клетку, на ручей. Клетка — это хорошая идея. Достаточно безопасно и комфортно снимать медведей. И, конечно же, вот эта вот иллюзия, маленькая вот эта проволочка, когда медведица и медвежатки близко подходят, особенно медведица подсела, у меня стоял вот этот объектив, и я не мог снимать его. Ощущения были такие сильные. Вот обратно идет. Медвежатки послушно семенят за ней. Так. То есть, если во всем мире попасть в клетку — это наказание, то на Курильском озере попасть в клетку — это великое благо. Посидеть вблизи, понаблюдать за мишками. Привыкнув к этой клетке, что люди находятся, она будет пытаться разойтись там в метре или даже в полметра, что, конечно же, недопустимо вот, при отсутствии клетки. И поэтому, ну, для медведя это всегда надо тогда показывать ему, что вот, ну, держать дистанцию — это всегда затруднительно немножко. Привыкнув к одному сценарию, сложно его переучивать к другому. Потому что вот даже там 10 метров — это очень опасно, а 2 метра или метр без клетки — это уже, то есть 1 секунда, и инспектора, фотографа или там волонтера, туриста не будет. Нарушение элементарных правил поведения, они приводят к трагедиям страшным не вашей жизни, а совсем другими людьми. Вот представьте, приехали вы на Камчатку, полные такой романтики, увидеть, посмотреть, палатку взяли, продукты взяли, пошли в горы,
лагерь стали, пищу приготовили, остатки вылили, высыпали, там что-то там выкинули и пошли дальше. Дальше пришел сюда медведь, он увидел эту пищу. Он в свое время, вот ничего вкуснее он не пробовал. У него обоняние лучше, чем у собаки. Представьте, он это все вынюхал, хоп-хоп покушал. Дальше прошел на другое место, опять какие-то остатки после туристов нашел, там, или после шашлычника вот этих вот, которые приезжают там, да, на машинах джиперов. Опять это все дело понюхал, попробовал, опять такая вкустень. И он начинает уже целенаправленно это искать, высматривать. И что дальше происходит? Вот эти вот все, что объединяет? Один и тот же запах, запах человека. Он его мгновенно схватывает. И уже несколько раз попробовал, в следующий раз идет, а у него уже вырабатывается желчь, он уже все, он уже не может себя сдержать. А что происходит? Он ловит этот запах, а эта бабушка идет с внучечкой за ягодами, за грибами куда-то там, да? И вы бросали, вы оставляли этот мусор, а сожрут-то их, понимаете? Любой человек на Камчатке, который в лесу бросает мусор, он убивает кого-то другого. Вот и все. Рано или поздно это происходит.